Летняя оздоровительная кампания в Орловском регионе будет проходить в июле-августе в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения, заявила в ходе заседания правительства руководитель Департамента образования области Татьяна Крымова. Пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в этом сезоне работать не будут. По поручению губернатора средства, выделенные на эти цели, будут перераспределены. Главам муниципальных образований в срок до 15 июня 2020 года перераспределить объемы предусмотренных средств на проведение летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях на проведение государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования с учетом рекомендаций по организации работы образовательных организаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 года.